хочу тобой насладиться. Быть до неприличия смелым. Ведь как ты никто не умеет владеть своим телом. Ночь, полумрак, в сердце бардак. А ты танцуешь, как дым, дым, всю дым. И в глазах твоих светится интим. Ты воруешь все мысли в прямом смысле. Друг на друге зависли. Встречайте, ведущий игры Тимур Шайхутдинов! Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер наши телезрители, которые сегодня смотрят нас на телеканале «Все Уфа». Друзья, вы на КВН, давайте сами себе поаплодируем. Мы очень долго ждали этого вечера, очень хотели, чтобы этот финал высшей лиги сегодня состоялся. Мы очень долго хотели, чтобы все-таки мы с вами встретились именно в таком формате. Мы соблюли все правила Роспотребнадзора, нас здесь сегодня немного, но давайте поаплодируем так, как будто нас здесь сегодня пару тысяч человек, и так, чтобы команды получили огромное удовольствие. И дальше прошу вас аплодировать также. Ну и по традиции, мы... Финал высшей лиги Республики Башкортостан. Сегодня команды борются за путевку на международный сочинский фестиваль, который состоится в марте следующего года в городе Сочи. Но это не мешает нам подарить эту путевку именно сегодня от Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Давайте им поаплодируем. Спасибо огромное, что они нас поддерживают, они у нас есть. Ну и по традиции нужно представить те коллективы, которые дошли до финала. И сегодня бороться будут за первое место команда КВН «Красное-белое» УГНТУ. Сборная FFF ИМК Бирск. У меня так написано. Команду из УГТУ представляет команда КВН «Конфиденциальность». Необычная команда, команда, которая только недавно вышла из леса, по ним это понятно. Команда КВН «Bash Adventure», «Планета Земля». Команда, которая мечтает сегодня победить, они играли и... пару ребят из этой команды играло и на международном фестивале «Кивин». Давайте им поаплодируем. Один человек играл в премьер-лиге в этом году, но... сегодня они хотят поехать в Сочи. Наверное, у них все получится, но я сомневаюсь. Друзья, команда КВН «От души», город Уфа. А Эрик не вышел типа фронтмен, да? А, ну ладно, окей. Дорогие друзья, и команда КВН, которая в сумме собрала 1000 лет, настолько они старые. Команда КВН «Небальзак», город Уфа. Друзья, и мы должны все-таки поприветствовать тех людей, которые сегодня вместе с нами будут решать судьбу этих замечательных команд. Давайте им поаплодируем. Человек, который в эфире провел 24 часа, стал рекордсменом мира. Ведущий на телеканале «Все Уфа» Денис Ганиев. Под ваши аплодисменты. Следующий член жюри очень хорошо получается в крупном плане, потому что его огромная башка не влазит только в одну телекамеру. Это мы все вырежем. Друзья, начальник поддержки... Ой, Надежда. Ой-ой-ой. Друзья, руководитель молодежки ОНФ Республики Башкортостан Тимур Абдрашитов, под ваши аплодисменты. Директор одной из самых главных лиг Российской Федерации, КВН, директор первой лиги Регина Шайхутдинова. И
И снова, опять же, есть Министерство молодежной политики, которое всегда нас поддерживает. И спасибо огромное именно этому отделу, к которому мы относимся. Именно хотелось представить начальника отдела поддержки талантливой молодежи Министерства молодежной политики и спорта Вита Сабиров. Под ваши аплодисменты. Ну и обладатель пиджака лучше, чем у меня. Михаил Евгеньевич Бугера, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Подожди, обычно. Ну и по традиции, ни пуха, ни пера. Сегодня мы сыграем с вами три конкурса. Это визитка, разминка и финальное шоу. Какое оно получилось у команд, мы не знаем, но сейчас сразу же и начнем. Итак, начнем мы с визиток и открывает визитные карточки. Команда КВН «Красное и белое» УГНТУ. Под ваши аплодисменты. Сегодня финал, хоть и полный зал. ЦП на сцене вас он удивлял. Вы нас сегодня поддержите, нашу энергию получите. Перед вами выступает самая красивая, самая сексуальная женская команда. Так что, уважаемый член жюри, руки на стол. Ты чё, зубы нет сегодня в жюри? Девочки, нам для победы сегодня нужна вишенка на торте. А торта больше нет, нет больше торта. Знакомьтесь, это моя сестра Арина. В паспорте в графе «пол» у нее написано «тонны». Ты чё выперлась-то, а? Бесишь меня, ещё и вещи мои донашиваешь. А угадайте, где её кофточка? Ну ладно, она твоя сестра, а к нам она зачем вышла? Как это зачем? Я в Сочи хочу поехать, даже вон 5 кило сбросила. Куда? В ручную гладь. Ну ладно, с тобой начинаем. Те, кто был с нами с самого начала, пристегнитесь, мы взлетаем! Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз, увезите меня на дипхаус, я здесь усну и... Ситуация. Девушки на рыбалке. На что клюешь? На армян. Что? Что? Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз, увезите меня на дипхаус, я здесь усну и... Мы считаем, что нынешний год — это какая-то параллельная вселенная. Андрюша, ну-ка быстро домой, хватит гулять. Иди вон за свой компьютер садись. Все... Не хочу я за компьютер. Я сказала, иди садись, и шапку свою эту сними, как дурак за компьютером не будешь. Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз. Увезите меня на дипхаус, я здесь усну и... Представьте, Sunlight все-таки закрыли. Представили? Идем дальше. Случай у двери. Здравствуйте. А вы верите в Бога? Как же вы меня достали, а с самого утра? Что? Вы как это сделали? Звонок же не работал. Но вы верите в Бога? Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз. Увезите меня на дипхаус, я здесь усну. Мало кто знает, что когда девушки собираются в клуб, они используют навыки футбола. Ну что, девочки, готовы? Так, напомни, пожалуйста, в какой позиции ты сегодня играешь? Защитница. Нападающая. Зазывающая. Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз, увидите меня. Ну что, девочки, сейчас-то вы готовы поехать в Сочи? Ты что, не знаешь? Прежде чем поехать в Сочи, надо навести порядок в своем городе. Жюри, если вы отправите нас в Сочи, то мы красно-белое. Посмотрите, что сделаем с Уфой. Внимание на экран. Ты
уважаемое жюри, мы должны поехать в Сочи. Ну а если это не получится, то мы поступим с вами, как с бывшими. Вернемся к вам обратно. С любовью для вас выступала команда «Красное-белое». Спасибо. До встречи на танцполе, там алкоголь в кока-коле. Матом хочешь послать меня, но держишь мои... Спасибо огромное команде «ВН Красное и Белое». Команда КВН благодарит правком студентов и аспирантов УГНТУ в лице Гильзидиновой и Юлии Каримовны. Давайте им поаплодируем. Ну, а мы идем дальше. На сцене гости сборная из города Бирска. Под ваши аплодисменты. На сцене сборная ФФМК «Город Бирск». И мы впервые играем в финале Высшей лиги Республики Башкортостан. Очень странный год, конечно. А помните, как раньше все было? Не было вот этих масок. За руку все здоровались. Дзюбы все знали, как просто хорошего футболиста. Так, ладно, ребят, сегодня финал. Ответственная игра. Какие там конкурсы? Визитка. Разминка. Финалка. А лига плохих шуток? А при чем здесь городская уфимская лига? Смогли. И вообще мы в этот раз из Бирска не с пустыми руками. Знакомьтесь, Оливия. Самый сытный бирский пельмень. Не сытный, а сытый. Видали, да, как на самоиронии просто проскальзывает? Ага, как по маслу. Этот неловкий момент, когда редакторы все по возрастающей прям поставили, да? До самоизоляции, после самоизоляции. Ведущий полуфинала, ведущий финала. Смогли. Ладно, затягивать не будем. Сборная ФФМК Уфа, мы начинаем. Давай, давай, давай. Мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюблен. Давайте представим, как делали памятник Салавата Юлаева. Это, Егид, давай на коне едешь. Давай Бирск увидел. Ю. Закрепили. Мы с тобой так мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюбленный дурак. Воздух летят феромоны, ими заполнен рюкзак. От тебя пахнет любовью в голове полный... А инспекторам ГИБДД тоже бывает скучно. Товарищ капитан! Эй, чё? Да, что? Да хорош. Да нет. Чё, обалдел, что ли? Товарищ капитан, ну что? С тобой так мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюблённый дурак. Воздух летят феромоны, ими заполнен рюкзак. От тебя пахнет любовью в голове. Давайте представим, как проходит приемная комиссия в вузах нашей республики. Сколько? 180. Понятно. Да куда вы уходите сразу? Чего вы? Да куда? Просто здравствуй, просто как дела, наверное, так начну. Но у меня только 180. Докинем. Докинем? Докинем, да. Тогда... Так мало знакомы, но ты мне нравишься так. Той малолетней любовью, блин, я влюбленный дурак. Воздух летят феромоны, ими заполнены... Случай на пилораме. Алло? Да-да-да, сейчас. Работай. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was Nazareth. Голоса зовут меня. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Многоуважаемые члены жюри, сегодня все команды будут просить у вас путевку в Сочи. Мы этого делать не будем, но просьба у нас есть. А вы можете нам на бла-бла до Бирска скинуться? Там чуть-чуть. Сборная ФФМК «Город Бирск». Спасибо. Спасибо.
Спасибо команде КВН сборной Бирского филиала Башкирского государственного университета Ганиеву, Венеру, Валиахметовичу. Давайте им поаплодируем. Это их декан, который им помогает. Ганиев, это не твой родственник? Не знаете, да? Ну ладно, окей. Идем дальше. На сцене команда КВН «Конфиденциальность». УГАТУ. Под ваши аплодисменты. Добрый вечер, с вами команда КВН «Конфиденциальность». И мы как Инстаграм радио Хабирова. У нас нет слабых сторон. Так, парни, у меня есть новость такая. Теперь энергетики только с 18 лет продают. Блин, вот жалко. Что жалко-то? Жалко, что в наше время о нашем здоровье так никто не заботился. Пацаны, я что, на уфимский аквапарк похож? Нет. А почему вы делаете вид, что меня нет? Радмир, да просто с тобой неинтересно. Неинтересно? Это с девушками в правду или действие играть, когда они только правду выбирают. Радмир, ты если так и дальше продолжишь выпендриваться, то повторишь судьбу зарядки на iPhone. В смысле? Как-нибудь без тебя обойдемся. Пацаны, я вот на вас смотрю, да? Вы же как комфорт и комфорт плюс в Уфе. В смысле? Вам здесь делать нечего. Так, Радмир, с тобой все понятно? Парни, нам нужно, чтобы выиграть сегодня, нам нужна известная личность. Ну, у меня брат из Кушнаренкова на звезду похож. Ну, правда, на морскую. Да ладно, пусть выходит. Пацаны, вообще, ребята... Здравствуйте, Тимур Шайхутдинов. Вам вот моя бабушка рубашку передала, а то вы постоянно в футболке и в пиджаке, как будто после физры лень переодеться. А вам, пацаны, бабушка передала пирожки. Ой, Глеб, спасибо твоей бабушке. Ну, это не моя, это которая в небальзаке играет. Я вот смотрю на тебя, и мне даже, не знаю, носишь ты маску или нет? Конечно, ношу. Я же не дурак. Без нее знаешь, как сейчас холодно. Ты вообще зачем в Уфу приехал? Ну как? 6 декабря. Что можно делать в Уфе? А, ну финал выиграть? Да нет. Мандаринки по акции закупить, пока не подорожали. Ладно, парни, мне пора бежать. У меня еще куча очень важных дел для общества сейчас. А, ты маски шьешь? Нет, я раскидываю песок на лед. Ну а пока Денис Ганиев не рассказал наши шутки всей Уфе, команда КВН «Конфиденциальность» к миниатюрам. Hello and welcome to party. Давайте представим. Вечеринка у депутатов Государственной Думы. Так, значит, сейчас пиццу с ананасами заказываем? О, хреновое предложение! Я за! Девушка забыла, как курить айкос. Все, замуж пора. Тимур Шайхутдинов приносит новое шоу на телеканал «Вся Уфа». Так, значит, сейчас ледниковый период на Уфу-арену переносим? О, хреновое предложение, я за! Это сложно представить, но Радий Хабиров приехал в школу с проверкой, а там нет нового компьютерного класса, чтобы показать ему. Так, ну чем удивлять будем? Ну вот у нас сторож трезвый. А что-нибудь инновационное есть у вас? А у вас, кроме вашего инстаграма? Подмечено. А этот что-нибудь модное есть у вас? Ну, Радий Фаритович, имейте совесть. Ну не знаем, где вы такую кепку купили. Get out!
А в прошлом году наша команда проиграла в финале высшей лиги 0,1 балла из-за тройки, которую поставил Михаил Бугера. А после нашей шутки про депутатов мы уже абсолютно уверены, что нам нужно подстраховаться. Поэтому мы споем песню для одного из членов жюри. Вита Сабиров, извините, вас в этой песне нет, просто мы вас боимся, вы как будто босс итальянской мафии. Пусть Бугера ставит два, Ганиев ставит два. Здесь решает Регина Шайхудинова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она как будто мама, добрая одна. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы ей букет подарим, а может даже два. Внимательные зрители нам скажут, как мы выиграем, если Регина поставит нам 5, а остальные двойки? Но они не будут этого сделать. Конечно, они что, с мамой спорить будут, что ли? Горит моя душа, ни ночи нет, ни дня, а может даже... Давайте поаплодируем команду КВН «Конфиденциальность». Готов, под ваши аплодисменты. Спасибо им огромное. Идем дальше. На сцене команда КВН «Баш Адвенча», «Планета Земля». С высоких гор спускается туман, когда всю ночь шумит кафе «Шантан». В конце заката... Добрый вечер! Вас приветствует команда КВН «Баш Адвенче», команда, которая любит природу. Вы только посмотрите, какая природа в Башкирии! Воткнешь палку в степи, на следующий день дерево вырастет. Воткнешь палку в поле, нефть найдешь. Воткнешь палку на улице Чернышевского, и вот тебе новый арт-объект. Мы очень рады, что у нас появились единомышленники. Все чаще и чаще мы встречаем молодых людей в парках с фонариками. Ходят, деревья обкапывают, фотографируют. Очень уж природу любят. Посмотришь в их глаза, сразу понимаешь, что природа у них в крови. Ребята, а вы слышали? Танзанию открыли! Теперь можно съездить и посмотреть, как животные за еду дерутся. Ой, да как в Турции, возле шведского стола. А эта Лариса отдыхает только за границей. Брала Стамбул чаще, чем крестоносцы. Она так часто отдыхает в Турции, что теперь откликается только на Наташа! Айсулу, чем ты нас порадуешь? Песня о том, что даже на тихой охоте бывают потери. Перепутал дед с мухомором лисички, завтра отнесу я дедуле гвоздички. Саша, я не ваша, милый Саша. Здорово, бабоньки! Вы правы. Я посмотрел вокруг, и что я увидел? Кругом загрязнения, радиоактивные отходы, пластиковые баллоны. И это я еще из квартиры не выходил. Александр, что за внешний вид? Ой, да я просто решил стать первым башкирским шаманом. Буду вызывать дождь с бубном, ветер с помощью курая. А жалость внешним видом! Александр, вы лучше скажите, как вы собираетесь помочь республике? А я уже это сделал. И вообще, теперь зовите меня не Александр, а депутат Госсобрания Республики Башкортостан. С чего это? А я тоже как-то раз одному пенсионеру 4 рубля дал. Кстати, девочки, я решил продолжить свою рубрику по малоизвестным населенным пунктам Башкирии. Как я их называю? БДСМ-туры республики. Это что за БДСМ-туры? Ну как что? Белебей, Дюртюли,
Стерлибашева, Милиус, настоящий БДСМ. Боль и унижение гарантированы. Ну и начнем мы, пожалуй, с башкирская чумаза. Звучит так, как будто эту деревню назвали в честь Моргенштерна. Едем дальше. Старый Калкаш. Ну все мы с вами понимаем, какая здесь буква лишняя, да? Я даже представляю, как возникла эта деревня. Один немолодой, но очень популярный человек решил собрать всех своих собутыльников, и вот, пожалуйста, деревня готова! Кстати, я заметил то, что у нас есть много населенных пунктов, которые оканчиваются на «тамак». Пожалуйста, Камчалы-тамак, Тюлька-тамак, Лемес-тамак, Тукай-тамак, ну и, конечно же, Стерли-тамак. Но, чтобы понять, почему так, надо посмотреть на картину в целом. И здесь видно, что на них стоит весь Башкортостан. Правда, вверх ногами, но, в принципе, и в этих населенных пунктах не все в порядке. В общем, друзья, путешествуйте по Башкирии. Поверьте мне, у нас еще столько мест, над которыми от души поржать можно. А с вами была команда КВН «Баш Адвенче». Спасибо. Я люблю свою родину, ё-моё. А кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее. Что-то есть в ней такое. Спасибо огромное команде КВН «Баш Адвенче», «Планета Земля». Ну, а мы идем дальше. На сцене команда КВН «От души». Город Уфа. Друзья, финал – ответственная игра. Мы шли к нему очень долго. Диджей, включай. Подержи, подержи пацанов за души, а? Победить мы сегодня должны. Хватит петь, ведь движения нужны. Подожди. Ну что, друзья, мы начинаем! Хоп! Веселей! Давайте, давайте, вместе! Опа! И оп! Хоп! 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 И нафиг это движение! Ну что, друзья, всем привет! Привет! Друзья, на сцене команда КВН «От души». И мы пришли в КВН для того, чтобы доказать всем людям, что в этой жизни делать нужно, ну, все от души. Но, к сожалению, мы опоздали. Артем Дзюба нас опередил. Внимание на экран. Эрик, да ладно, я угораю, угораю. Друзья, финал, время знакомиться. Это Тимур, меня зовут Эрик, это Тамерлан. А я смотрю, вы не общительные, да? Так, Тамерлан, коль у нас такая неловкая пауза с залом возникла, вы же у нас певец, может быть, что-нибудь споете им? Ну, Эрик, я не просто певец, я ресторанный певец переходного типа. Это как? А это типа я пел в ресторане, типа пришел коронавирус, и я в переходе. И о чем же вы поете? Влюбился в девушку с излишним весом, отец, пойми ты меня. Я знаю, против ты, но внешна не главная в ней черта. Она ведь дочка мэра. Это все не важно, главное в ней душа. Молодец, Тамерлан, молодец. Спасибо. Слушай, я как будто на концерте у Моргенштерна. В смысле? Тоже тебя нахрен послать хочу. Ой. Так, пацаны, успокойтесь. Вы вообще понимаете, сегодня финал. Надо определяться, мы какая команда? Вот эта вот драйвовая или танцевальная? Тимур, ты что забыл? Мы же с вами эти, во. Классическая команда, а? Юмор, юмор. Так, вы к нам с какой страны приехали? Мы из Уфы, но армяне. А с каких пор у нас в городе столько армян развелось? Женщина, оденьте себя для начала. Привет,
Сколько можно тебе говорить, ты не армянин? Давай иди отсюда, Д'Артаньян! Хо-хо! Я теперь наконец-то знаю, как справка 2 НДФЛ выглядит. Вы чё в таком виде вышли? Братан, 20-й год и армян потрепал, надо зарабатывать! Я не понял. Вы опять вышли к нам выступление портить? Сегодня, между прочим, в жюри сидят уважаемые люди. Вот Денис Ганиев, ведущий на телеканале «Вся Уфа». Между прочим, рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Он 24 часа в прямом эфире провел. Да, жаль только, что это «Вся Уфа» не видела. Тимур Абдрашитов, главный координатор молодежки ОНФ в Республике Башкортостан. Для него у нас есть особенный подарок. Начинаем! Ну что, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее, заполняйте бокалы. Так, бокал Тимура Абдрашитова уже несется, он уже полон, а вот уже и пуст сейчас будет. А между первым и вторым закончим, примем небольшой, друзья. Обниму тебя, нет на свете тебя красивее, нет на свете тебя прекраснее. Стоп, 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 стоп! Вы что здесь устроили, я не могу понять. Вы зачем певца, танцора и ведущего позвали? Эрик, у чиновников в этом году все новогодние корпоративы отменили. Пусть хотя бы здесь покайфует! Так, пацаны, собрались. И с таким финальным настроением, команда КВН от души, мы начинаем! Дорогие друзья, а мы заметили, что когда ОБЖшники ведут свои уроки, это похоже на то, как будто бы они готовят детей к Афганистану. Возьму гитару я, аккорд в последний раз. Афганистан, зачем забрал ты пацанов? Вы же их просто за стульями отправили. А вдруг с ними там что-то случится, а? Пацаны, вам туда не надо. Вам туда не надо, вы еще такие молодые. Это он про что? Это он про уроки башкирского. А-а-а. Сергей Александрович, можно, пожалуйста, в столовую? Иванов, встать! Уважение, оружие массового уничтожения и отравления готов принять на себя. Родина тебя не забудет, Иванов. Стоять! Домашнее задание. Домой придите, матушку обнимите, понятно? Все, давайте, добро, пацаны, добро! Друзья, давайте немножко пофантазируем. Кавказцы, космонавты встретились на Луне. Друзья, а каждый из нас в детстве угрожал родителям, что уйдет из дома. Случай в семье. Я сейчас реально уйду из дома. Я сейчас реально уйду из дома. Вы меня просто доконали. Вы пока будете ходить на работу, я буду приходить кушать и опять уходить из дома. Додумался, да? Тебе уже 30 лет. Давай уходи. Попроси меня. Попроси меня, осознал. Друзья, а мы заметили, что когда проходит собрание в садовых участках, это похоже на то, как будто бомжи готовят восстание. Ну что, товарищи СНТшники, начинаем наше заседание. Год получился плодотворным. Да-да-да, хороший год. Да. И две новости на повестке дня. Какие? Первая новость. В этом году ожидается потепление. О, да, типа, ну хорошо, моя, да. И вторая новость, а точнее Эль-проблема. Нужно отсюда скорее уходить. Сейчас здесь будет собрание, придут хозяева участка. Пожалуйста, пожалуйста. Эй, эй!
Дорогие друзья, ну а сейчас о серьезном. Дело в том, что официально международный фестиваль Кивин Сочи перенесен с января на март. И поэтому у нас просьба. Можно мы сегодня победим? У нас там просто сезон начинается! Команда Кивин Сочи, душевный юмор для душевного зрителя. Спасибо. Арива! Спасибо огромное команде КВН от души, город Уфа, давайте им поаплодируем. Ну и закрывает конкурс визитные карточки команда КВН «Не Бальзак», город Уфа. Кто на месте вечных сидит, кто шапку на банке хранит, кто знает древний иврит, это мы. Зимой дубленки гоняет, Михайловский скрипом купает, а Моргенштерна не знает, это мы. На сцене взрослые женщины, команда КВН «Не Бальзак». Мы те самые женщины, которые знакомились не на сайтах, а в газете «Из рук в руки». Мы те самые женщины, которые еще и других президентов видели. Только мы помним, что такое стол-книжка. Мы те самые женщины, у которых шанс на любовь до гроба как никогда высок. Это Альбина, оливка нашей команды. Это потому, что я взрослым мужчинам нравлюсь. Да-да, взрослым мужчинам. Ты что, забыла, как ты в Греции с дерева упала? А это Алия. И первого ребенка она рожала, чтобы он ей каналы переключал. Но я же не знала, что придумают пульты к телекам. Ко мне сегодня утром приходил поэт, и мы писали с ним стихи. А также повторяли правила жиши от точки А до точки G. А это наша поэтесса Ахматова Жанна Петровна. Ее стихи походят иногда на описание с Алиэкспресс. Девочки, вчера в салон красоты сходила, 50 тысяч там оставила. Вау, какая дорогая обработка доски. А что ты так задыхаешься-то? Что тебя там жмет? Это мне мой муж подарил. И адрес, и фамилия, точно не потеряешься. Девочки, смотрите, в той кулисе Стас Михайлов. Где? К номерам. Просто пока оригинальные переходы к миниатюрам раздавали, я рожать выходила. А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди. А давайте представим допрос женщины, которая ограбила секс-шоп. Итак, гражданочка, как вы говорите, вы были одна? Очень долгое время. В небе тают облака, по земле бежит река, широка и глубока, не перебраться. А за ней страна мечты, где меня забыла ты. А давайте представим, нашлась именно та женщина, которая одевается в Ашане. У нас нет такой миниатюры. Ну, женщина-то такая есть. Итак, женщине стукнуло 30 лет, она не замужем и подумала, что ей пора идти работать в паспортный стол. Девочки, узнала! С 35 беру! Дорогие друзья, уважаемые жюри, ну и что хотелось сказать в конце? В конце? А вы что здесь делаете? Ты вообще суп доела? То, что ты за мной пирожки доедала, это не значит, что я за тобой доедать буду.
Вы еще скажите, сейчас мои дети выйдут. Так, Дима, Коля, Света, Марина, а остальные где? Настя посуду моет, Женя убирается, Дима за детьми смотрит. А ты че так нарядился? Ты че лучше матери выглядишь? Вообще-то я вам помочь пришел. По традиции чемпионы лиги уходят из КВН. Мы те дети, которые так долго этого ждали. Да отдайте вы им победу, а мы им самое ценное дадим. Свои пазлы, раскраски и приставку. Дорогие друзья, уважаемые жюри, а уже завтра наши дети возвращаются в школу с дистанционного обучения. А у вас уже сегодня есть возможность поставить им пятерки. На сцену вышли, чтоб сказать КВН, тоже наша игра. И пусть дела подождут, пока женщины жгут, мы сегодня играем для вас на КВН. Для вас была команда КВН «Не Бальзак». Спасибо. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем. Спасибо огромное командам. Давайте им поаплодируем за визитки. Ну и под ваши аплодисменты я приглашаю все команды на эту сцену, чтобы узнать, какие же оценки получили за визитную карточку. Команды на сцену. Друзья, громче поаплодируем. Ну и давайте в порядке приветствия. Первым выступала команда КВН «Красное-белое» УГНТУ. Ваши оценки. 4-4-4-3-3. Сборная ФФИМК «Бирск». 4 четверки, 1 тройка. Команда «Конфиденциальность» УГАТУ. 1 четверка, 4 пятерки. Дальше шла команда КВН «Баш Адвенчи», «Планета Земля». 1 пятерка, остальные четверки. Команда КВН «От души», город Уфа. Все судьи 5 баллов. И закрывала визитные карточки команда КВН «Не Бальзак», город Уфа. Все нормально у вас? Давление это было? Так у вас давление, да? Все понятно. Давайте больше пятерки ставить команде не будем, чтобы на нее не повышалось давление. Хорошо? И, как говорит Эрик Тукаев, обычно счетная комиссия, но ты сидишь там одна. Так что поэтому специально обученный человек Елена, давайте озвучите, пожалуйста, оценки за средний балл за конкурс «Визитная карточка». Средний балл за конкурс приветствия. Команда КВН «Красное-белое» 3,6 балла. Сборная ФФМК 3,8 балла. Баш Адвенти 4,2 балла. Команда КВН «Конфиденциальность» 4,8 балла. И команда «От души» и «Не Бальзак» 5 баллов ровно. Спасибо огромное. И разминка, и первый вопрос от замечательного человека с огромной душой, Денис Ганиев. Спасибо. Ребят, ну, в связи с известными событиями, Новый год у нас на носу же, да, финал лиги, Новый год. Подскажите, что можно прикольного сделать в Новый год, потому как, ну, вместе собираться нельзя большим количеством людей, да? Вот какую-нибудь классную идею подкиньте, как здорово встретить Новый год. Как здорово встретить Новый год. У тебя какие планы на Новый год, Денис? Вот сейчас буду думать. Сейчас подскажут, и погнали. Как здорово встретить Новый год. Как его запомнить? Что, Кать, у тебя нервные импульсы, что ли? Или что происходит, Кать? Ты увидела Дениса, мужика? Я неправильно вопрос задал, да, или что?
Вы же сказали, как запомнить этот Новый год. Ну, повтори, как запомнить для нее. Ладно, отдельно. Ладно, хорошо. Но, женщина так понимает. Я понял, да. Она хотела не отметить, а запомнить его. Обычно просто так нафигачивается, что ничего не помнит. Ну, вот он уже. Все, давай, хорошо. Прости. Все. Как запомнить Новый год? Остаться трезвым и запомнишь его. Угу. Спасибо. Такая себе идейка, да? Бирск, повтори вопрос, Денис. А можно мне никакие вопросы? Да. Ну, то есть... Он обычно все помнит. Хорошо. Как здорово провести Новый год? Как обычно, под елкой. Извините, Денис, вы просто задавали по-разному. То есть сначала вы говорите, как запомнить Новый год, а вы сейчас говорите, как встретить. А у меня вариант на как запомнить Новый год. Хорошо. Как запомнить Новый год? Елка за 12 миллионов, тут каждого жителя Уфы запомнит, елки-палки. Спасибо, Эрик. Это была команда «Команда души» и команда... Какой вам вопрос? Как завести машину в Новый год, нет? Какой? Про запомнить или провести, встретить? Запомнить. Красное-белое, повторяй. У меня что-то с дикцией. Это говорю... у вас у всех на телеканале вся Уфа, и у меня тоже теперь. Не переживайте, нормально. Повторяйте. Как запомнить Новый год? Не пить. Действительно. У всех один ответ – не пить. Да. Как встретить Новый год? Мы можем собраться, мечеть достроить. Спасибо. Спасибо огромное, Денис. Идем дальше. Координатор молодежки ОНФ Республики Башкортостан Тимур Абдрашитов. Давайте ему поаплодируем. Он любит, когда ему аплодируют. Это единственное место, где ему аплодируют. Да, спасибо большое. В этом году Тимати ушел из Black Star, спел с Моргенштерном и, по его заявлению, стал лучше. Скажите мне, каким станет Шайхутдинов, если уйдет из КВН? Каким станет Шайхутдинов, если он уйдет из КВН? Ну, посмотрите, куда лучше. Это надо запомнить. Я думаю, команда заслуживает все пятерки в этом конкурсе. Спасибо огромное. Мы заканчиваем на эту разминку и продолжаем с другими конкурсами. Ну, очередной смешной ответ от команды «Конфиденциальность». Давай. Повторяй. Подогрел сейчас, да? На тебя большая ответственность. Давай сейчас. Каким станет Шайхутдинов, если он уйдет из КВН? Но судя по его новому шоу, ему лучше не уходить. И Михаил Евгеньевич руку тянет. У вас что-то наболело, так понимаю, да? Нет, не наболело? Наболело. А его отсидели, поэтому ладно. Михаил Евгеньевич Бугера, депутат Государственной Думы, давайте повторяйте вопрос. Все команды так хотели в своих визитках в Сочи. Что такой вопрос? Как вы проведете ночи на Кивине в Сочи, чтобы оказаться в вышке? Я думаю, тут ответ главное не пить в их случае, нет? Команда КВН не Бальзак. Как нужно провести ночи на Кивине в Сочи, чтобы попасть в вышку? Чтобы оказаться в вышке, я готова быть малышкой. То, что не сказала, вашей малышкой хотя бы должна брать. Депутаты любят, когда так говорят им. Кому надо, тут понял. Михаил Евгеньевич, я знаю, с кем вы уезжаете домой. Ты точно хоть еще раз, да? Уверена в этом? Уверена, 100%. Ну, давайте, повторяйте. Смогу ли я еще раз? Михаил Евгеньевич, мы верим в вас и умножите много раз. Как провести ночи на Кивине в Сочи, чтобы играть в вышке? И подойдет под коньячок ваш зеленый пиджачок. Ой, я думаю, нашли своего зрителя они, да? Да, тема ночей рулит. Как думаю... Извините, конфиденциальность еще раз. Как провести ночи на Кивине в Сочи, чтобы играть в вышке? А у меня встречный вопрос.
Михаил Бугер, можете, пожалуйста, пиджак мне свой подарить? Я в деревне хочу траву косить, чтоб не видно было, что испачкался. Ну, спасибо. Спасибо огромное. Кто-то еще будет задавать вопрос? Вита, Регина, нет? Или остановимся? Задашь? Давайте. Давайте, Вита Сабиров, ваш вопрос. Сегодня среди чиновников достаточно большой тренд научиться работать и стать действительно популярными в соцсетях. Итак, как главе сельсовета стать звездой ТикТока? Души. Как главе сельсовета стать звездой ТикТока? Для начала пускай он себе сенсорный телефон купит. Спасибо. Конфиденциальность. Как главе сельсовета стать звездой ТикТока? А я не понял, а что вы за меня все решаете? Я не хочу. С реквизитом, да? Команда КВН не Бальзак. Как главе сельсовета стать звездой ТикТока? А вы у мужа моего спросите. Легко, главное через «все» говорить. Ну, самый гениальный ответ Эрика за сегодня. Как главе сельсовета стать звездой ТикТока? Короче, смоделируем ситуацию. Он снимает на телефон, пропала корова, и такой, ну ничего страшного, тау-тау-тау-тау-тау. Спасибо огромное, и давайте оценки за конкурс «Визитка» на этой ноте. Давайте поаплодируем командам, они старались, это импровизация, они прекрасно понимаете, что это очень сложно. Ну и давайте в порядке визита. Красное-белое УГНТУ, оценки за визитку, максимум 5 баллов у нас в каждом конкурсе. Красное-белое УГНТУ. Все судьи 4 балла, давайте ну поаплодируем. Да, конкурс «Разминка». Сборная ФФИМК «Бирска». 1-3, остальные 4. Конфиденциальность «Уфа». 1-4, остальные 5. «Бэш Адвенчер», «Планета Земля». 1-3, 4-4. От души, Уфа. 2-4, 3-5. И команда КВН с обладательницей этой малышки Бэйби. Не Бальзак, Уфа. Ой, спасибо огромное. И по традиции, Елена, давайте нам оценки за 2 конкурса. Средний балл за 2 конкурса. Команда КВН «Красное-белое» и сборная ФФМК 7,6 балла. «Бэш Адвенче» 8 баллов ровно. «Конфиденциальности» от души 9,6 балла. И команда КВН «Не Бальзак» 10 баллов ровно. Спасибо огромное. Идите, готовьтесь к следующему конкурсу. Друзья, давайте им поаплодируем. Они очень большие молодцы. А пока команда готовится, команда КВН «Конфиденциальность» благодарит Асмандияру Венеру Надировичу и Горячего Алексея Олеговича за помощь различного уровня. Давайте им поаплодируем. Команда КВН «От души» хочет поблагодарить руководство Башкирского государственного аграрного университета, а именно ректора Габитова Ильдара Исмагиловича за помощь в подготовке выступлений. Давайте им тоже поаплодируем. Ну, а мы переходим к финальному шоу. Команда должна была приготовить выступление в любом жанре. Главное, чтобы это была финальная точка. Итак, на сцене со своим финальным шоу команда КВН «Красное-белое» УГНТУ. Под ваши аплодисменты. Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз. Увидите меня на дипхаус, я здесь усну и там проснусь. Вы меня все за, я хочу на Бали, рекой алкоголь. Для нас, девочек, декабрь – это месяц для подведения итогов. 2020 год был трудным, поэтому у нас для этого песня. В 2020 году машину купила и разбила, в 2020 году айфон попросила и в реке утопила, в 2020 году я хуже, чем эта пандемия, я козерог, я...
я Козерог. В 20-м году на Бали я хотела, в огороде пыхтела. В 20-м году одну маску купила, весь год носила. В 20-м году измену спалила, но парня просила, ведь он... А я ищу жбу. В 20-м году все тот же охранник, тут охраняю. В 20-м году все тот же охранник, тут охраняю. В 20-м году в России стабильно я проживаю. Я Козерог, я Козерог, я Козерог. В 20-м году пока все гудели, я быстро толстела. В 20-м году надела лосины после соседа. В 20-м году закрылась в квартире и пандемия. Все вот так вот вышло у меня пока. В 20-м году я сам не знаю, что происходит в 20-м году. Ко мне вообще какие претензии, знали бы вы, что будет дальше в 21-м, я промолчу, но подскажу. По статистике, самое распространенное слово – это самоизоляция. Мы решили, что на 2021 год мы выбираем новое слово, и это слово… Бисмилля. Для вас выступала команда «Красное-белое». Мы русские, с нами Бог. До встречи на танцполе, там алкоголь в кока-коле. Матом хочешь послать меня, но держишь мои... Спасибо огромное команде «Красное-белое», которая благодарит правком студентов и аспирантов ОГУНТУ в лице Гильзидиновой и Юлии Каримовой. Дайте ей поаплодируем. Ну, а мы идем дальше. Следующее финальное шоу от сборной... От сборной башкирского филиала Башкирского государственного университета Бирска. Давайте им поаплодируем. Давайте представим. Герои мультсериала «Простоквашино» в наше время. Неправильно ты, дядь Федор, живешь. А как надо? Вот ты БСТ смотришь, а нужно всю Уфу. Матроскин, давай вечером, а? Вот именно, дядь Федор. Давай вечером. Чё вы укрываетесь? Я просто ТикТок снимал. Поздравляю тебя, Шарик. Ты балбес. Это почему? Потому что ТикТок на телефон снимают, а не на фоторужье. Тук-тук. Кто там? Тук-тук. Кто там? Тук-тук. Кто там? Да свои. Свои дома сидят, телевизор смотрят, лапшу с ушей снимают. Чужие только по улице бродят. И доставщики еды. Но чё-то я у тебя печки, сумки ни жёлтой, ни зелёной за спиной не вижу. Галчонок к ноге. Шучу-шучу там будь. Господи, вы чем её так откормили-то? Это по хабировской диете. А это как? Завтраками кормим. А, ясно. Так... Я чё пришёл? Я ж принёс телеграмму для вашего мальчика. На, дядь Федор. Ну, слушай, ну какой мальчик, а? Меня же не зря дядей называют. Мне 30 лет. Я разговариваю с животными. У меня даже справка есть. Дядь Фёдор, а ты чё такой злой? Я раньше почему злой был? Я пульт от телевизора потерял. А канал был «Вся Уфа». Ну, я пульт нашёл потом, но канал переключать так и не стал. Почему? Там «Давай вечером» начали показывать. Хорошая передача. Это мне, да, тоже нравится. Дядь Федор, а ты знаешь, у тебя родители-то разводятся? Почему это? Ну как почему? Ты, Федор Павлович, так? Дмитриевич. Дмитриевич. Да. А сестренка твоя? Вера? Павловна. Вы это слышали, нет? Мы это видели. В
Вот вы, наверное, думаете, почему наше выступление называется «Финальное шоу». А все потому, что потом наши герои окажутся на передаче «Мужское и женское». А концовку этого шоу вы увидите в финале. Все-таки балбес. Команда КВН сборная ФУФМК «Город Бирск». Спасибо за сезон, Уфа. Ну а мы продолжаем, и на сцену готова выйти команда КВН «Баш Адвенче», которая выражает благодарность руководству туристической компании «Баш Адвенче» Лутфулину Ильшату Радиковичу, Лутфулиной Эльвире Галеевне за поддержку, помощь и веру в команду. Давайте им поаплодируем. И на сцене команда КВН «Баш Адвенче» «Планета Земля». Месте. И уже совсем скоро туристы будут и в космосе, а народные ансамбли будут путешествовать с гастролями по всем планетам. И где-то в далекой галактике найдется такое же чудесное место, как наш родной Башкортостан. Юпитер в навигаторе, Юпитер в навигаторе, Юпитер в навигаторе забит. И вот турист космический, и вот турист космический, сквозь звезды по путевке вдаль летит. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, радуют своею красотой. Ведь зона санитарная, ведь зона санитарная, пока мы пролетаем над луной. Мчится ввысь фараон металлолома, и не видна вдали уже земля. Но в целом обстановка вся знакома. Цыгане, плацкарта, земля. Ну вот мы и на Марсе. Красиво здесь. Только путевки дорогие. Я 78 миллионов долларов заплатила. А чё так дорого? Я за 25 рублей туда-обратно летаю. Всего? А что ты хотела? Карта Алга. Здравствуйте, красавицы! Сногсшибательные богини! А у вас случайно не будет 500 рублей? На жидкость для защиты организма от космических перегрузок. Это что за неопознанный летающий объедок? Вообще-то мы из России прилетели. О, из России! И что у вас нового? О, нанотехнологии, нанообразование, наноздравоохранение, нанодороги отремонтировать, надо коррупцию искоренить. Короче, много чего нано. Александр, сколько вы здесь? Я с 2020 года. Я, между прочим, нахожусь за 55 миллионов километров от людей. Нифига себе социальная дистанция! Это как? Нашу планету уничтожить? Да, в принципе, очень легко. Они хотели планету разработать и ресурсы производить. Компания «Венер, Сатурн, Криптон», ВСК. Напоминает что-нибудь? Нет. Ну, как у вас гора называлась, которую уничтожить хотели? Да не помню. Это же целая планета. Здесь столько места, столько бизнес-центров можно построить. Девочки, да подождите вы, а. Главное не построить что-то новое. Вспомнила! Куштау! Вот! А сохранить то, что имеем. В общем, девочки, давайте, финальте!
На орбите солнечной вращаются планеты, мимо этого пролетают быстрые кометы. Полетели звездолеты, полетели сизые, по родному краюшку, да ой, да в небу сызнаба. Ой, железная ты птица, отвези меня домой, где родимая станица, где стоит сарай родной. И взлетела моя птица, навигатор навострив, что быстрее долететь, подключила реактив. Мы летим на высоте, да на особой частоте. Двигатель чуть-чуть жужжит, и от радости дрожит. Приближаешься мы к дому из расхода во фуран. Здравствуй, ветер мой знакомый. Здравствуй, мой Башкортостан. С вами была команда КВН «Баш Адвинчи». Спасибо за сезон. Я люблю свою родину, ё-моё. А кого же еще, если не ее? И мобиль ее. Спасибо огромное команде «Баш Адвинчи». Давайте поаплодируем, друзья. Давайте громко-громко взбодримся чуток. Ну, а мы идем дальше. На сцене команда КВН «Конфиденциальная» со своим финальным шоу. Под ваши аплодисменты. А в произведении Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» герои оказались в осаде в хижине на необитаемом острове. В нашем финальном шоу произошло то же самое. Только по воле судьбы с ними оказался рядом типичный российский студент. Доктор Ливси, мы попали в самую неприятную ситуацию. Капитан Смоллет. Служит королеве Англии, но не против послужить принцессе Нидерландов. Гений стратегии. Всегда заранее покупает минералку на утро. Мы окружены полчищем очень страшных пиратов. Но у нас положение все равно лучше, чем у футбольного клуба Уфа. Доктор Ливси, отчаянный оптимист, верит, что сдастся на права с первого раза. Так, может быть, уже снимем Джима с караула? Нет, Джима нельзя снять с караула. У него такой бизнес, тут за всеми глаз да глаз нужен. В общем, план отхода. Мы дожидаемся ночи и выходим через эту потайную дверь. Я надеюсь, о ней никто не знает. И я. Эй, примера. Я студент из ВГУ, у меня проблема. Как найти работу? Тук-тук-тук. Студент Радмир умеет варить пельмени 8 разными способами. По результатам последнего теста его девушки не женат. Здравствуйте, я пришел проходить практику с факультета пиратства. Ох уж этот Вегу, как они сейчас только не завлекают новых абитуриентов. Стой, не смей ему открывать, возможно это пират-шпион. Сейчас одним вопросом я выведу его на чистую воду. Эй, студент, как давно ты последний раз бороздил моря? Бороздить моря? Я чё, по-вашему, на бюджете учусь? Это точно, студент, запускаем! Итак, доктор Ливси, что у нас по провизии? Ну, у нас осталось 2 доширака, пол куска хлеба и бочка рома. Капец, нам чё, здесь ещё год жить, что ли? Я пират, мне не нужен аттестат. Грабить испанцев, грабить ирландцев, делают деньги с них вот так. Йоу, ты попал под пушку, йоу, теперь вы все в заварушке. Это кто такой? Это Джон Сильвер, очень опасный пират. Однако и у него есть слабость. Когда он врет, он картавит. Это вранье! Откройте дверь, я пришел с миром. Если бы я так врал, я бы ни один зачет не сдал. Значит так, если вы мне тут же не отдадите сокровища, я начну стрелять по вам из пушек, натравлю на вас диких псов, а потом зайду в комнату и начну курить айкос. И тогда все живые позавидуют мертвым. Капец, у вас декан жесткий.
Капец, у вас декан жесткий. Я даю вам время до вечера, джентльмены. Ну что же, вот и настал момент истины. Нам нужно непременно выбираться отсюда. Зачем непременно? Он же сказал до завтра. Время есть, пока кайфуем. Сейчас девчонок позовем, ром выпьем. Нет, нужно сделать это именно сейчас. О нет, кажется, дверь заперта. Ну и как принято во всех российских сериалах, мы закончили финальную сцену на самом интересном. Но мы дадим вам маленький спойлер. Они все-таки выбрались. Потому что нет такой ситуации, откуда не выбрался бы типичный российский студент. А что мы хотели сказать нашим финальным шоу? Во все времена люди искали сокровища, но для нас, КВНщиков, выступать перед зрителями в такой тяжелый год уже и есть настоящее сокровище. Ну а с вами была команда КВН «Конфиденциальность». Спасибо за сезон. Спасибо огромное команде КВН «Конфиденциальность». Мы идем дальше. Осталось всего лишь у нас два финальных шоу. И предпоследнее финальное шоу от команды КВН «От души. Город Уфа». Дорогие друзья, а в нашем финальном шоу мы решили немножечко пофантазировать. Все мы знаем, что татаро-монгольская ига в свое время захватывала все земли. Но в итоге осталась одна земля, которая была не захвачена. Итак, Башкирский оперно-литературный театр имени Серха Орджоникидзе, сокращенно Болото, подготовил для вас постановку «Как Чингисхан на Башкортостан нападал». Акт первый в шатре у Чингисхана. Когда хану очень грустно, он берет солдат и начинает воевать. Ну что, друзья, вы все готовы? Ну так давайте, встречать! А, блин, опять магнитофон убили! О, великий Чингисхан! Оказывается, мы еще не захватывали земли башкир! О, серьезно? А кто такие эти башкиры? Ну-ка покажи на карте! Вот! Так, не вижу, приблизь! Вот. Еще! А это что такое? Это мечеть. Они ее вчера начали строить. А, так, ладно, это все не важно. Собирай наше 5000-ное войско, мы выдвигаемся на Башкир. На следующий день. А где все? О, мой дорогой Чингисхан, все сделали себе военники. На призыва точка нет. Так, ладно, давай решать, как мы доберемся до Башкир. Есть предложение на бла-бла. Карр! Ой, что-то какая-то ненадежная авиалиния. Пойдем пешком. Тем временем в юрте у Батырхана. Кайфует, а Батырхан еще кайфует, и все башкирки его целуют, и еще не зная о войне. Вечеринка у Батырхана дома, гуляют все девчонки с Дюртилинского района. Опа, зачем пришли? Мы приветствие хотели показать. Лица республики, 312 лет в КВН играете, не устали еще? Денег нет, все, идите отсюда, все. О мой Батырхан, на нас нападает Чингисхан! Скажи-ка это повеселее. На нас нападает Чингисхан!
У нас гости! 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 Стоп! Нападают? Блин, а где спрятаться в юрте? Так, Батырхан, я пришел объявить тебе войну и захватить твои земли. Так, Билибей, Туймазычик, Магуш. Ты что делаешь? Да я просто думаю, стоит из-за этих земель с тобой воевать или нет. Чингисхан, ты понимаешь, мы не воюем, мы башкиры, мы кайфуем, мы веселимся. Поэтому войны не будет, все, давай, пока. Как же его разозлить? Чак-чак наш! Тебе конец! Батырхан сегодня завышает планку, объявил войну он Чингисхану. Ему нужно войско, это точно, хлопайте в ладоши, это срочно. Его бокал полон кумыс. Всем башкиркам кас-кас! Слушай, у тебя батя в 13 веке на Черном море в командировке не был? Был, а то больно на меня похож. И продолжалась та битва на протяжении нескольких дней. Ведь башкиры и татары поняли, что не могут ранить друг друга. Мечи-то деревянные. Слушай, нужно как-то по-другому выяснять, кто из нас круче. Ну и как выясним? Ну а как выясняют татары и башкиры? Будем выпендриваться. Ага, вот так, да? Ладно, чак-чак наш. Ха, а у нас чак-чак и мед. А что ты одно и то же два раза повторяешь? Так, тогда Элвин Грей наш. Ха, забирайте. Так. Все, ты мне надоел. Мы захватили почти все земли. И ваши тоже захватим. У вас не получится. Что это у нас не получится? У нас есть русский богатырь. Это же невозможно! Мы же русских уже завоевали! Вы где были, когда мы вас завоевали? Мы чай пили! Атаковать! Вот так татаро-монгольскому игу пришлось отступить. Не смогли они завоевать землю башкирскую. Ну, по крайней мере, до первой переписи населения в 21 веке. Дорогие друзья, ну а на самом деле, неважно, татар-монгол ты или башкир, главное, что все войны остались в истории. И мы сейчас живем в многонациональной республике под мирным небом, друзья. Можем же быть мы все друзьями и не делить земли. Наши ханы вам показали, что нужно жить без войны. Но мы тысячный раз говорим вам о том, на сцене мы кайфуем, забыв обо всем. Это финал, завершаем сезон. Салют, игра! Салют, игра! С вами весь сезон была команда КВН от души. Спасибо! Спасибо огромное, это была команда КВН от души. Ваши аплодисменты. Ну и последнее финальное шоу на сегодня. Команда КВН «Не Бальзак», город Уфа. Команда КВН «Не Бальзак» выражает благодарность детскому пространству «Стар Лофт» и агентству праздника «Карусель». Давайте этому поаплодируем. Ну еще разочек. На сцене команда КВН «Не Бальзак», город Уфа. Пятого декабря принцессы отметили день рождения Уолта Диснея. Итак, представьте. Агроба, замок Жасмин, утро 6 декабря. Арабская ночь, волшебный. Ой, ну и что ты хвасталась? Замок, замок. Обычная арабская коммуналка. Ха, ты сама-то давно из болота вылезла. Да я тебе сейчас лампу начищу. Девочки, хватит ругаться, мы и так редко встречаемся. Белоснежка, а ты что седая? Какой год такая Белоснежка?
Да хватит уже петь! Сейчас твои птицы слетятся, испугаются, а нам потом не отмыться. Девочки, ну а что ты вчера синяя была? Девочки, ну что же вы шумите? Золушка, ты почему босая? Так я как замуж вышла, туфли свои в сервант поставила. Как будто вы хрусталь по-другому храните. Ой, а вы знаете, я уже 15 лет живу с этим Шреком, монстром. В принципе, как и все женщины в России. И друг у него осел. Так ведь? Спящая красавица. Подождите, а где спящая красавица? Пойду-ка я за диваном посмотрю. Ну я последний раз видела, она спала. Да она вечно спит. Она даже педсоветы в таком состоянии проводит. Ее там нет. А где мы вчера были? В замке песнопения. Где? Ну, вари горло. Где? Да в караоке. А-а-а. Полетели туда. Ковер, любимка. Время полетать. Ну давай же взлетай. Пожалуйста, не умирай. Жасмин, ну съесть ты уже с него. А сейчас он почему не летит? Да поздно уж. Жасмин, лучше его на стену повесь. Не, я просто его постирала, и он немножко сел. Ты реально в это веришь? Девочки, да я уже вызвала Абу такси. О, к вам подъедет Мусмухамед Аглы. Блин, сейчас опять вот это начнется. Ай, да садись, красотка, покатаемся. Ладно, поехали уже. Замки песнопения. Ой, опять вы. Нет, караоке не работает. Нет, 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 ни одиночества, ни аллегровой, ничего нет сегодня. И забирайте свои туфли. Нет? Вы скажите, вы видели нашу спящую красавицу? Та, которая храпела на всю пустыню всю ночь? Да. Нет, не видел такой. А где моя ящерица? О, зашибись. Это сейчас получается мой Аладдин с твоей ящерицей рынки крышует? Девочки, мне кажется, у нас в команде самозванка. Подожди. Вообще-то я тоже принцесса. И что, ты хочешь сказать, что тоже королевских кровей? А ты что думаешь, у болотных чудищ нет иерархии? Ой, ладно, девчонки, нам все-таки нужно найти спящую красавицу. Белоснежка, спой! Белоснежка, ну призови на помощь своих птиц! Ой, нет, девчонки, я ж пока с гномами золото добывала, все, в шахте здоровье оставила. Знаю, мне пойдет моя. Вот вы слышите, слышите? Где-то проснулась и поет, да? Где это она ходит? Собираем зал и смешим народ, и победы вкус сильно так зовет нас с тобой в игру. А в глазах каждый день только зал бескрайний. Открыть свои тайны, но так вперед. Мы финал прошли, что же впереди? А у нас каждый раз в глазах победе. Она зовет за горизонт. Если мы победим, будем рады, как дети. Нормально тебе, да? Выспалась, мы тебя везде ходим, ищем, а? Дорогие друзья, уважаемые жюри, а сегодня, благодаря КВН, мы, взрослые женщины, смогли почувствовать себя принцессами. Ну, я как никогда выспалась. Сказочной мечтой о победе. Команда КВН «Не Бальзак», спасибо! Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Спасибо огромное, друзья, и под ваши аплодисменты я приглашаю все коллективы, которые сегодня играли в финале Высшей Лиги Республики Башкортостан,
под ваши аплодисменты. Давайте им громко поаплодируем. Они старались для вас в течение этих полтора часов, дарили вам море позитива. Давайте громче поаплодируем. По традиции, давайте вначале слова членов жюри, потом оценки, и мы узнаем чемпиона. Я позову сюда Вита Сабирова. Он вручит ту самую путевку, которую все ждали и надеялись на нее. Итак, по традиции, давайте я слева направо, для меня слева направо. Денис Ганиев, ведущий телеканала «Вся Уфа». Давайте ему поаплодируем. Добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, я вот сейчас сидел, смотрел эту игру и думал, вот не было до сегодняшнего дня новогоднего настроения, но благодаря последнему конкурсу, в частности, сказочным принцессам, как-то так вот повеяло какой-то сказкой, а КВН это всегда сказка, и сегодня главная мечта какой-то из команд, которая сейчас стоит на сцене, осуществится, и кто-то поедет в Сочи, будем надеяться, что это будет все в марте. Я не знаю, кто победил, потому что последний конкурс в моей голове это вот перевернул, и не знаю, что поставят коллеги, поэтому посмотрим, тем интереснее. Всех с финалом, с сезоном победит тот, кто победит. Вы все большие молодцы. Давайте поаплодируем команду. Спасибо за финал. Спасибо, Денис, что пришел, и ты с нами. И я передаю слово члену жюри. Он специально ходил на ораторское искусство. Ты очень тренировался, готовил замечательную речь на сегодня. Денис Абдрашитов. Тимур Абдрашитов, ваши аплодисменты. Я так понял, что в твоем понимании хороший оратор должен носить имя Денис. Но это не так, Денис. В общем, всем привет. Нереально крутая игра, достойная финала. Конечно, очень нервная, потому что команды, видно, переживали за результат. Кто-то отдал все свои силы еще в полуфинале, либо в финале городской уфимской лиги, попав сюда, уже постарался по максимуму. Но я уверен, что вы подарили большой праздник для нас, для зрителей, потому что мы соскучились по КВНу. Спасибо командам за то, что вы сделали сегодняшний вечер и за эту офигенную игру. Спасибо огромное, Тимур. Вас сегодня было не остановить. Это была лучшая речь, которую вы сегодня произнесли. Регина Шайхудинова, директор первой лиги, давайте ей поаплодируем. Игра была действительно очень эмоциональная, не только для команд, не только для зрителей, но и для нас, для жюри, потому что действительно в последний финальный номер перевернул просто все практически. Но я думаю, что все равно победила самая достойная команда. Спасибо. Спасибо огромное. Я так понимаю, вам Регина, да. Я говорю, вам текст пишет один и тот же человек. Спасибо огромное, с Тимуром вместе. Вита Сабиров, ваши аплодисменты. Министерство молодежи, политики и спорта Республики Башкортостан. Друзья, всем привет. Спасибо за то настроение, которое вы задали. Полностью присоединяюсь к Денису. Действительно, праздник, на который нам всем удалось попасть. Каждая команда, каждый участник максимально вложился в свое выступление, это чувствовалось. И каждое задание по-новой раскрывало работу каждого из вас. На самом деле, очень рад, что мы встретились в режиме офлайн. Спасибо вам за ваш вклад, за то, что вы сегодня сделали. Могу сказать, что неделя действительно завершается на позитиве и действительно завершается круто. Спасибо. Спасибо огромное. И лучшая речь за сегодня. Михаил Евгеньевич Бугера, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Давайте ему поаплодируем. Спасибо. Присоединяюсь к атмосфере праздника и конфиденциально хочу сообщить, что сегодня я не подниму команде конфиденциальность ни одной тройки. Спасибо. Они этого и ждали за сегодня. Только за этим и приходили. И давайте я вручу за участие дипломы. Давайте им поаплодируем. Спасибо огромное сборной ВФИМК Бирска БГУ. Спасибо вам огромное, что к нам за участие. Да, можешь отдавать сумму. Команда КВН «Конфиденциальность», город Уфа. Давайте им тоже поаплодируем, они большие молодцы. Паша Двенча, «Планета Земля».
Спасибо, что ходите по нашей сцене, а не по лесу. Красное и белое у ГНТУ. Спасибо огромное. Команда КВН «Не Бальзак», Уфа. Ну и команда КВН «От души». Ну и, наверное, оценки за финальное шоу. Наверное, та самая интрига, которая должна, наверное, сейчас произойти. Ну и давайте в порядке финального шоу. Красное и белое, ГНТУ, ваши оценки. 3 четверки, 2 тройки. Дальше была команда сборная ФВМК «Бирск». 1 пятерка, 3 четверки, 1 тройка. Команда КВН «Баш Адвенча», «Планета Земля». 1 тройка, 2 четверки, 2 пятерки. Ну и интрига, так понимаю, да? Команда «Конфиденциальность» «Угату». 1 четверка, остальные 5. Можно я не буду называть их, мне кажется? Не, давайте «Не Бальзак», город Уфа. Не перепутайте ничего. Все судьи 4 балла. И команда КВН «От души». 2 четверки, 3 пятерки. И я хотел пригласить тебя, Вита Сабирова, можно тебя на сцену пригласить, чтобы ты вручил путевку в город Сочи, и именно 100 тысяч рублей, которые получат для того, чтобы съездить на нее команда, которая победила. У нас, я так понимаю, же есть она. Вы можете сюда вынести, девочки, да? Специально обученные девочки сейчас подойдут. И, Лена, давайте сейчас на вас вся ответственность. Вы озвучите те оценки и объявите того чемпиона, который сегодня... Не, не чемпиона, давай по нарастающей, наверное. Давайте поаплодируем Елене. Сегодня у нее тяжелая работа. Она держала микрофон и вбивала циферки, и компьютер ей считал. Но обязательно, я думаю, ты с этим справишься, Лена. Давай. Итоги игры. Команда КВН «Красное и белое» 11,2 балла. Команда КВН «Сборная ФФМК» 11,6 балла. Команда КВН «Баш Адвенча» 12,2 балла. Команда КВН «Не Бальзак» 14 баллов ровно. Да, Лен, ты справишься с этой интригой, давай. Итак, второе место. Команда КВН, которая набрала 14,2 балла, это команда КВН «От души». И чемпионом, я так понимаю, становится команда КВН «Конфиденциальность». «Угату», под ваши аплодисменты. А, путевка в Сочи вам не нужна, можете кубок себе оставить, мы другой команде отдадим. Друзья, чемпионом высшей лиги Республики Башкортостан стану. Да забери ты куб все дипломы, что ты бегаешь туда-сюда. Друзья, чемпионом высшей лиги Республики Башкортостан 2020 становится команда КВН «Конфиденциальность». «Угату», под ваши аплодисменты. Спасибо, что ходите на КВН, играете в КВН. Всем удачи, всем пока. Встретимся уже буквально скоро.